Нас убивает не то, что останавливает наше сердце, а то, из-за чего мы не живем полной жизнью. Очень часто мы любим смотреть на красоту. Да что там часто? Почти всегда. Но способны ли мы сами творить красоту вокруг себя, руководствуясь красотой изнутри? И мы, конечно же, создаем красоту, но создаем ее до тех пор, пока нас не обидели, пока нас не предали. А кто нас может обидеть или предать? Только мы сами. Если ты обижен на чье-либо предательство, значит, ты веришь, что оно есть. Есть в твоей жизни вера. Нельзя злиться на то, во что не веришь. Только ты сам создаешь свой мир. Только ты сам определяешь свой путь. Только ты сам создаешь его неповторимым. Такой мир только у тебя и больше ни у кого нет. Если идешь по следам, то уже отстал. Да, часто бывает, что ты блуждаешь. Блуждаешь по закоулкам своей души, своего прошлого. Не можешь найти настоящее, потому что ты не можешь определиться, где ты сейчас, где твое настоящее. Иногда нам нужен проводник. Нужен тот человек, который посмотрит на тебя со стороны, покажет те вещи, которые для тебя стали неактуальными. Потому как ты на них постоянно смотрел с одного и того же ракурса. Но ты никогда не сможешь посмотреть с другой стороны. Ты не стал на другой ракурс. И только иной, любой иной, другой человек может взглянуть с абсолютно другой грани. И, возможно, тебе этот взгляд, это слово, это действие откроет новую тропу твоей жизни. Если тебе жизнь дает такого человека, не отвергай его присутствие. Благодари момент, что он есть.